start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Мы перемахнули океан для того, чтобы разобраться, а те ли самые проблемы испытывают люди, живущие в Америке, которые испытывают люди в России? У нас не было иллюзий на этот счет, но, может быть, они были у вас. Мы приехали в Америку и решили начинать не с Манхэттена, не с Бронкса, не с Квинса, не со Стейтен-Айленда, а с Бруклина, и более того, с Брайтона, где издавна живут русские, русскоязычные эмигранты. Да нет, не эмигранты, просто люди, которые решили некоторое время пожить здесь. Давайте посмотрим, что из этих наших общений получится. Рената Крумер, 46 лет, родилась и выросла в Бобруйске. Уехала в Америку с семьей в 1990 году. Закончила бизнес-школу Нью-Йоркского университета. Состоялась в Америке через 5 лет. Получила новую профессию – менеджер гостиничного бизнеса. Для души ведет праздничные церемонии. Любит Америку за исполнение желаний и предоставление равных возможностей. Имеет очень большой авторитет среди русских эмигрантов. Есть взрослый сын и любимый муж. Ренат, привет. Привет. Я вот сейчас подумал, мы сейчас в нью-йоркском блоке «Школы разума» разговариваем с людьми, с каждым из которых я знаком в той или иной степени, с той или иной степени давности. И сейчас я вдруг подумал, что ты из всех них человек, с которым я знаком дольше всего. То есть мне повезло больше. Находясь в состоянии дружбы, нам предстоит поговорить о вещах, которые, может быть, один на один-то и можно разговаривать, но мы разговариваем не совсем один на один. Ты человек, как мне кажется, который не очень любит, когда его критикуют. Ты человек, который не очень любит, когда замечают. А в основном все любят? Ну, есть люди, которые к этому относятся уже спокойно. Ты человек, который к этому всегда относилась, ну, не очень спокойно. Я помню, как ты спрашивала, ну, как это, допустим, выступая на сцене или что-то делать, ты говоришь, ну, как это, только не говори мне ничего неприятного. Это твоя фраза. Это осталось до сих пор? Безусловно. Но, как американцы говорят, constructive criticism, я принимаю. То есть но конструктивный, если, да? Но если это говорится просто для того, чтобы самоутверждаться, для того, чтобы показать свою глубину знаний в чем-то, и в данной ситуации я хочу просто дружескую, может быть, поддержку, может быть, просто, может быть, дружеские объятия, то тогда это неуместно, и учитывая, что мы близки, я сразу предупреждаю, что если хочется просто критиковать, присутствовать будет сарказм, неуместно. То есть, другими словами, обращаясь к человеку за оценкой, ты практически ему предлагаешь тот вариант оценки, который тебе удобен. То, что делаем в основном мы все, безусловно. Да. Но в данном случае я говорю о тебе. Да. Но я просто думаю, что я не исключение. Хорошо. Давай тогда... То есть вот такая у тебя есть особенность. Ты сейчас сказала еще раз, я думаю, что я не исключение. А ты боишься быть человеком, которому присуще качество, которое не присуще больше никому? Нет, не боюсь. Не боишься. Значит, все в порядке, правда? Безусловно. Скажи мне, есть какие-то вещи... Вот сейчас ты... Сейчас ты выявляешься в образе человека, которого принято называть perfectionist. Да? То есть человек, который, в общем-то, стремится к безупречности. Ну, стремится к безупречности. Наверное. Ну, то есть ты не приемлешь непрофессионализма, ты не приемлешь поверхностности, да? Приемлю. Приемлешь? Приемлю. Ну, хорошо. Если ты приемлешь, то тогда почему? Если ты приемлешь, то почему ты так ревностно относишься к оценке в отношении себя? Она субъективна. Ну и что? И если... Тем более. Я так верю, когда я тебе так говорила, мне так было важно. Угу. И я знаю, насколько ты можешь быть и добр,
Так. И насколько резок можешь быть. И если в какой-то момент... Так добрый резок мне нужны... не антагонисты. Я понимаю. Угу. Но когда мне нужны силы, ага. то для меня это не своевременно. Ага. И я просто как близкому человеку могу сказать тебе, что сейчас это неуместно. Не я считаю, что нормально. Да? Хорошо, допустим. Тогда скажи мне, у тебя есть какие-то качества, которые тебе явно не нравятся? Если да, то имеют ли они какую-то историю? Скажем, эти качества в России, эти качества в Америке, эти качества в начале жизни в Америке, эти качества в середине и сейчас. Если есть что-то. Ну, безусловно, есть. Я думаю, их немало. Угу. А, наверное, бесконечный анализ, хороший ли я родитель. Хотя, по-моему, все было правильно. Угу. Но вот сейчас, допустим, у моего мужа-сестры родилась доченька. Так. И я вижу, как ставят с первого дня классическую музыку. Делают что-то еще, чего я не делала. Угу. Я начинаю задумываться. А было ли все в порядке? Вроде мы не ставили музыку классическую. Может быть, он любил бы классическую музыку, он ее на самом деле не любит. Я думаю, что это нехорошо. Я начинаю анализировать, и мне становится так, может, даже где-то грустно. Я не... Да. И что ты делаешь в этот момент? В этот момент я звоню ему, ага. то, что не должна делать. Я думаю, что звоню чаще, чем должна. Он, к счастью, заканчивает университет. Ну, я думаю, угу. что это дозы более чем хорошо. То есть тебя у него много? Больше, чем... Я полагаю, что да, хотя он ведет себя очень тактично и просто говорит, что я единственная мама во всем университете, где учатся 9 тысяч человек, угу. с которой сын разговаривает каждый день. Иногда несколько раз в день, если у меня возникает вопрос. Я полагаю, что это неправильно. Ты давно полагаешь, что это неправильно? Всегда. И продолжаю это делать. Да. Почему? Понимая, что это неправильно, почему ты продолжаешь это делать? Наверное, это эгоизм. Я позвоню ему, я себя чувствую лучше. Я понимаю, что я его отвлекаю. Иногда я текст, месседж посылаю. Ага. Что тоже, ну, думаю, пристаю. А почему ты думаешь, что это неправильно? Почему ты думаешь, что это неправильно? А может быть, это и правильно, может быть, ему это нравится. Может быть, что-то я полегче. Не всегда чувствую, что ему это нравится. Как ты это узнаешь? По тону, это мой сын. Он высказывает, он выражает раздражение? Он достаточно деликатный, тактичный человек. Угу. Но я чувствую, что это передозировка. Так. Я пытаюсь над собой работать. Как я ты знаю, работаешь? Что ты делаешь? Я пытаюсь быть колоссально занята. Вот если я... Мой нормальный день, я встала в 6 утра, вышла с собачкой, я себе планирую там, я отвлекаюсь. Угу. Тогда я думаю, что я его дергаю меньше. Я должна быть занята. А твоя жизнь в Америке развивалась, в общем, достаточно ровно, скажем, по сравнению с очень многими, ровно и успешно. А у тебя были минуты отчаяния? То есть минуты отчаяния, когда ты не знала, что делать? И понимала, что все кончено, и что делать дальше, я не знаю, и жизнь потеряла смысл. Я не могу сейчас сказать, наверное, это в силу характера. Я стараюсь не доводить, когда я чувствую, что грусть угу. хочет подойти близко. Угу. Я сразу с ней объясняю, что у нас дистанция. То есть не думаю. Что? Объясни, я не понимаю. Ну, я не знаю. Есть вещи, которые мне, как мне кажется, я могу регулировать. Может, я обольщаюсь. Тебе ну, сейчас понравится эта фраза. Ага. Может, я обольщаюсь, я помню, когда-то мы спорили с тобой, я сказала, может быть, я не права, и ты был счастлив. Так вот, ну, да, может, я обольщаюсь в этом случае тоже. Но тогда отчаяние, я не думаю, хотя не все, что происходило, мне нравилось всегда, безусловно. А, ты приехала ведь из Беларуси? Да. Из города? Бобруйск. Из города Бобруйск. Бобруйск, в общем, небольшой город. Маленький. Здесь много бобруйских, угу. да? Но Бобруйск – небольшой город, и поправь меня, если я не прав, но мне кажется, в свое время из Бобруйска даже переехать в Минск – это было событие. Ну, я приехала учиться туда, поэтому для меня не было в Минск, да. А на самом деле – да. Почему Америка? Почему в твоей жизни оказалась Америка, а не, скажем, Израиль? Мне как раз все очень нравилось на родине. В Америку захотел мой бывший муж. Так. Ну, думаю, это
Я очень рада, что я оказалась здесь. Я в то время была исключительно послушной женой, и мы дружно приехали. Так. А сейчас? Сейчас у меня другой муж. А ты по-прежнему послушная жена? Безусловно. Как-то так вот я не услышал. Конечно, послушная. Нет, я не услышал, я имею в виду как-то... Вот в таких случаях режиссеры обычно говорят «не верю». Как-то ты сказала это... Вот сказала «послушная», я увидел второй план. Это потому, что ты его ищешь. На самом деле его нет. Нет, я его не ищу. Послушная. А кто в вашей семье глава семьи? Он, муж. Да? Угу. А, то есть ты делаешь то, что считаешь, может быть, неправильным, неудобным? Нет, если я не согласна, я могу помочь ему понять, почему я так думаю. Но вот все же решение принимает он. Я сейчас перефразирую, то есть сейчас я пронесу эту же фразу, ты послушай, как она звучит. Хорошо. Он не значит, если он думает по-другому, я помогаю ему понять, почему я так думаю. Звучит так. Он не понимает, а я помогаю ему понять. Если он не понимает, ага, почему я так чувствую, ага, а это абсолютно нормально, да, то я пытаюсь объяснить. Получается? В основном. А бывают ситуации, когда ты ему объясняешь, почему ты так думаешь или почему так надо сделать, а он так и не понимает больше? Бывает. И что тогда? И тогда я думаю, проехали, и все нормально, и едем дальше. Потому что все остальное в порядке. Я не зацикливаюсь. То есть ты не доводишь до конца все-таки эту тему? И если я чувствую, что ее нельзя довести, значит, мы ее не доводим. То есть ты понимаешь, что, допустим, не пробилась, и ты отпускаешь ситуацию? На время.